Джек, ты очнулся? Джек. Убери ты этот чертов лед, он же холодный! Джек, это поможет, послушай. Так, да можно. Нет же, он холодный! Джейк, я знаю, что он холодный. На то он и лед, он и должен быть холодным. Джейк, послушай. Ты ведь не убивал ее на самом деле, да? Она ходила на эти проклятые репетиции каждый день. Каждый день, каждый божий день. Я почти не видел ее. Хотя замечал достаточно. Уж поверь мне, видел достаточно, чтобы понимать, что что-то такое происходит. Послушай, но ты ведь не убивал ее на самом деле. Я не идиот. И не так уж трудно все это понять. Женщина раз от разу начинает одеваться все более и более бесстыдно. Начинает употреблять все больше косметики, кремы, притирки. Она постоянно мазалась перед тем, как выйти из дома. Каждое утро я просыпался от запахов. Кокосовое масло и черт его знает, что еще. Сладкий такой запах. Можно было подумать, что это растаявшее мороженое. Я наблюдал за тем, как она все это делает, каждое утро притворившись, что сплю. Она проделывала все это точно грезя о чем-то. Будто представляла, что кто-то другой дотрагивается до нее. Кто-то другой, не я. Вовсе не я, кто-то другой. И кто же? Не знаю. Какой-то парень, какой-то паскудный актеришка. Я видел, что она готовит себя для него. Точно знал. Когда я наконец сказал ей об этом, она начисто все отрицала. Тогда я понял, что опять врет. Сразу мог сказать. Потому как легко она это восприняла. Пыталась сделать вид, что ничего не происходит. Потом она стала уверять меня в том, что это я все выдумал. Что это мое больное воображение и не имеет к ней никакого отношения. Пыталась заставить поверить меня в то, что я сумасшедший. Она сама невинность, а я сумасшедший. Но тогда я сказал ей, я разложил все по полочкам. Твердо сказал, чтобы не было больше высоких каблуков. Чтобы она не надевала эти шпильки на репетиции. Чтобы не было этого дерьма. А она смеется. Смеется мне в лицо и продолжает надевать их. Каждое утро продолжает надевать. Говорит, что это помогает ей ощутить себя персонажем. Помогает ей ощутить себя в роли. Тогда я велел ей носить лифчик, но на это она тоже не обратила никакого внимания. Все просвечивало через ее проклятую блузку. Все было видно. И еще она не надевала трусов. Этим она меня совсем догонала. Никакого лифчика, никаких трусов, все было видно. Подожди, но ведь она и так никогда не надевала трусов. А ты откуда знаешь? Нет, я имел в виду, что ты сам как-то говорил мне об этом. Я никогда не стал бы тебе говорить ничего такого. Я никогда никому не стал бы говорить ничего подобного. Это интимное! Нет, я имел в виду, что ты говорил мне об этом, когда был пьяный, что-то вроде того. Я никогда хорошо. Не стал бы тебе говорить ничего подобного. Хорошо, забудь об этом. И тебе всегда нравилось, ведь чурок! Собирайся, ты что, не замечал этого? Если нет, то я уйду, понял? Хорошо. Затем мы стали репетировать роль по ночам. В постели. Стали репетировать реплики. Так? Я помогаю ей запомнить эти чертовы реплики, чтобы она каждое утро могла убегать и говорить их какому-то другому типу. И все эти слова о том, как она дошла до ручки и готова во что бы то ни стало наконец заполучить его. Его, того парня, который столько лет пренебрегал ею. Все эти слова о том, как она его по-прежнему любит, даже несмотря на то, что он... ненавидит ее, как она готовит свое дело для него,
и только для него. Ну так это же все была игра. Игра? Правильно, игра! Притворство! Она так и говорила, только делать вид, притворяться. Я-то знаю, что они делали. Я знаю, чем они занимались. Я знаю, из чего состоит все это актерское дерьмо. Они пытаются поверить, что они персонажи. Пытаются поверить до того усердно, что на самом деле думают, что превратились в этих персонажей. Ты понимаешь, о чем я тебе говорю? Нет, о чем? Они на самом деле думают, что превратились в этих героев. В каких героев? Ну, героев! Как их еще там называют? Персонаж. Да, правильно, персонаж. Они начинают делать все, что делают их персонажи. Так же двигаются, так же разговаривают, так же одеваются. Ты бы видел, как она изменилась. Стала по-другому общаться со мной. Сменила всю одежду, прическу, надела парик. Я уже не понимал, с кем я живу. И тогда я сказал ей, послушай, я не знаю, кем ты сейчас себя представляешь, но вернись в реальный мир. Знаешь, что она мне на это ответила? Что? Она сказала, что это и есть реальный мир. Это дерьмовое актерство стало для нее более настоящим, чем реальная жизнь. И она пыталась уверить меня в то, что это я спятил. Подожди, ты решил, что она встречалась с этим парнем только потому, что играла роль в этой пьесе? Да, она была по-настоящему увлечена. Нет, подожди, я имею в виду, ну где бы они этим занимались? Во время репетиции? В обеденный перерыв. Перестань же! Сядь, садись обратно, я тебе еще кое-что расскажу. Я не собираюсь садиться. Я пришел сюда, чтобы постараться помочь тебе. А все, что ты мне рассказываешь, это дерьмовая история о том, как Бет крутит с каким-то парнем во время обеденного перерыва. Так оно все и было! Нетрудно заметить, когда женщина чем-то одержима. Когда она отдаляется от тебя. Они не могут это так легко скрывать, как мужчины. Просто она старалась хорошо выполнить свою работу. Это не работа. Я знаю, что такое работа. Работа — это когда ты работаешь, а не развлекаешься. Не шляешься где-то, притворяясь кем-то другим. Когда ты вкалываешь. Вот что такое работа. Это совсем другая работа, Джейк. Это всего лишь предлог для того, чтобы всех дурачить вокруг. Потому-то она и хотела стать актрисой. Чтобы уходить от меня. Ты не можешь бросаться такими словами, только потому, что она... Я ничего не бросаюсь. Я прекрасно знаю, кем она была, даже если она этого и не делала. То есть ты хочешь сказать, что обвиняешь ее в том, чего она сама даже не осознавала? Прекрасно осознавала. Она пудрила мне мозги, но была не настолько хорошей актрисой. И поэтому ты опять избил ее, да, Джейк? Господи, Джейк, я пытаюсь... Я убил ее! Ты убил ее? Да. А у нее остановилось дыхание? Все остановилось. А ты проверял? Мне не нужно было проверять. Но она могла просто потерять сознание. Нет. Что же ты сделал? Ты вызвал полицию. Зачем? Она ведь уже была мертва. Чем они могли помочь? Так делают. Когда кто-то умирает, вызывают полицию.
Даже если сам убил? Да. Даже если сам убил. Особенно, если убил сам. Никогда не слышал об этом. Господи, Джейк. Это очень серьезная вещь. Кто-то должен это проверить. Она доводила меня. Постоянно доводила меня. Чего подобного? Она провоцировала меня. Она изменяла мне направо и налево и продолжала это она делать. Она не делала ничего подобного. Она спровоцировала меня. Нет, Джейк. Ты сам вспылил. Один раз даже мальчишкой ты свалил все на козу. Какую козу? Козу, которая у нас была. Как звали эту козу? А я не помню. Как звали эту козу? А ты помнишь ее, да? Да, помню эту козу. Она мне нравилась, я любил ее. Ты любил ее? Ты вышиб все потроха из козы, которую так сильно любил, нет, да? Нет. Как звали эту козу? Ты сломал даже свою проклятую ногу. Я любил ее. Так сильно ты ее бил, Джейк. Как звали эту козу? Я не помню! Черт подери! Джейк? Джейк, что случилось? Ничего. Убирайся отсюда. Джейк, я могу тебе помочь? Мне не нужна никакая помощь. Уходи отсюда. Джейк, я могу вызвать скорую. Не нужна мне никакая помощь. Убирайся отсюда. Джейк, хочешь, я поеду туда и выясню, что происходит? Нет, нет, не смей туда отправляться. Я больше не буду гоняться за ней. Тебе не стоит туда ехать. Сейчас. Почему сейчас? Почему мне не хватает ее именно сейчас? Почему не тогда, когда она была рядом? Почему я боюсь потерять ее именно теперь, когда уже потерял? Этот страх, он проникает во все мое тело, пронизывает его насквозь. Тогда это превращается в страх за всю мою жизнь, будто вся жизнь моя кончилась с потерей ее. Кончено. Все потеряно. Просто потеряно. Это ничего, Джейк. Это ничего. А ты ведь тебе тоже нравилась, правда, Фрэнки? Да. У меня спина какая-то холодная. Почему эта спина такая, будто во льду? Давай я принесу тебе одеяло. Останься со мной. Хорошо, я останусь. Все, тише. Вот так. Все. Я с тобой. Ничего не бойся. Ложись. Вот так. Вот. Все. Я с тобой. Постарайся говорить немного потише, мама. Кажется, только что уснул. Команду, черт подери. Он не спал. Я только хочу взглянуть на него. Мам. Он сейчас неважно выглядит, мама. И что с ним? Он здорово отощал. Ладно. Я приготовлю ему суп-пюре из капусты. И он мигом поправится. Это ведь его любимый. Он не будет есть, мама. Что значит не будет есть? Этот парень готов связать рисунок с тарелки, только дай ему. Ты его хоть чем-то тут вообще кормил? Он здорово влип. Тоже мне новость. Назови мне день, когда у него не было неприятностей. С самого его рождения, с первой секунды, как он появился на свет, он упал на свою треклятую башку, выскользнул из рук доктора. Тогда-то все и началось, да. С того самого момента. И никакого отношения это не имеет к его воспитанию. Мам, ну выслушай Фрэнки. Он пытается тебе что-то сказать. Я слушаю. Слушаю. Но я ведь не услышу ничего нового, так? Мой мальчик болен. Мы свозим его в кино. Я сделаю ему суп-пюре из капусты. И все будет в порядке. Что в этом сложного? Джейк чуть не убил Бет. Вот в чем все дело. Поняла? И кто это, Бет? О, Господи. Жена Джейка, Бет. Помнишь ее?
вообще Бет? Никогда не слыхала о ней. Мам, ты что, не помнишь Бет? Нет, а почему я должна ее помнить? Я же не могу следить за всеми его девками. Потрясающе! Ну, а дело в том, что Джейк все это очень переживает. По поводу смерти мы в этом еще не совсем уверены. Да, он очень впечатлительный мальчик и всегда таким был. Он не мальчик, он уже большой и взрослый мужчина. И он чуть не убил свою жену. Начнем с того, что он не может ни с кем жить. И я не знаю, зачем он даже пытался. А женщина, которая живет с таким человеком, как он, заслуживает того, чтобы ее убили. Она этого точно заслуживает. Так, ладно, оставьте вы обе. Сейчас нам нужно думать, что делать дальше. Джейк попал в беду, так? Ему очень плохо, и с каждой секундой ему становится только хуже. Но ведь он не умрет. Мой мальчик не помрет. Я сейчас пойду к нему, и меня никто не остановит. Джейк! Джейк! Садись, это твоя мама! Сядь, мальчик. Сядь и дай мне взглянуть на тебя. Какого черта? Это что с ним? Ты слышишь меня, нет? Джейк! Эй, твой братец нас пытался уверить, что ты совсем загибаешься. Ну все, сядь нормально и дай мне взглянуть на тебя. Ты слышишь меня, нет? Эй, оставь его, мама! Да он же притворяется! И всегда притворялся чуть что не по нем, да? Мог по несколько дней ходить, понурый, как кокер спаниель. Иногда так доводил меня, что я хватал ведро ледяной воды и хлестал ему прямо в рожу. Кстати, это всегда помогало. Может, нам и сейчас так же сделать, а? У тебя есть ведро? Я не думаю, что холодная вода сейчас поможет. Он все время дрожит, разговаривает сам с собой и дрожит. Да, это все притворство. Он просто хочет, чтобы с ним понянчились, вот и все. Джейк, тебе лучше? Как тебе удается быть такой красивой? Ты никогда не думал так, когда мы были маленькими. И уж во всяком случае не говорил мне об этом. Ты всегда называл меня креветкой, помнишь? Мы теперь всегда будем связаны. Джейк, ты узнаешь меня? Помнишь? Я привязал тебя к себе той ночью. В кровати. Слушай, он что, выпил чего-нибудь? Нет, я не стал покупать. Не смей покупать ему бутылку, если не хочешь, чтобы я еще кого-нибудь здесь не убил. Ты пыталась выскоробкаться, пока я спал. Не смогла. Привязал тебя. Каждый раз, когда он добирается до бутылки, ты считаешь, что это его богом данная обязанность не отставать от нашего старика. Я знаю. Не я все время думал, черт побери, что мы с собой мыслим одинаково. Я был уверен в этом. Джейк, я Салли, твоя Джейк. Сестра Салли. Отпусти меня, да, ладно? Я знаю, что... Ты ведь никогда не замечала меня, Бэт. Ведь правда? Это не Бэт. Я все время думала, что ты какая-то ужасная, ты моя уважаемая жизнь впереди. И что найдется кто-то, кто позаботится о твоей заднице. Я отпущу тебя! Отпущу тебя раз и навсегда! Этот мальчишка-маньяк. Всегда таким был. Что с ним? Он опять вырубился. Он все время так. То приходит в себя, то снова отключается. Я не знаю, что с ним происходит. Он свихнулся! Совсем свихнулся! Так... Нам нужно забирать его отсюда, это все место на него так действует, он тут совсем загнется. Мы не можем держать его дома, мама. Почему нет? Это его дом, будет жить в родном доме. Он опасен, вот почему. А здесь он помрет. Ему нужен врач. Мы ему нужны, вот что ему нужно. Если бы ты могла взять его на несколько дней, я бы тогда вернулся туда и узнал, что происходит. Ты его можешь сделать, мне нужно всего 2 дня. Да я даже из комнаты не буду выпускать его целый год. Может, хоть это чему-нибудь да научит его. А если он изуродует кого-нибудь, он ведь способен сделать что угодно в таком состоянии. Нас он не тронет. Мы ведь родные ему. Посмотри, это же просто большой ребенок. Чужих может тронуть, да? Чужих женщин. Посторонних. Но не нас. Нас-то он знает. Мама, если ты его привезешь домой, я уйду.
уходи, девочка. Ведь это мой сын.